Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные, ароматные, хрустящие малосольные огурчики. Делать мы их будем сухим способом в обычном полиэтиленовом пакете. Это самый быстрый метод приготовления малосольных огурцов. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Чисто вымытые и обсушенные огурцы обрезаем с двух сторон и разрезаем пополам. Мелкие огурчики можно оставить целыми. Берем два обычных полиэтиленовых пакета, вставляем их друг в друга и перекладываем туда подготовленные огурцы. Затем нарезаем укроп. Корешки не выбрасываем, а отправляем к огурцам. Туда же следуют измельченные листья укропа. Дальше нарезаем пластинками чеснок. И закладываем его тоже в пакет. Красный острый перец режем небольшими кружочками. И также добавляем к огурцам. Все овощи и зелень для этого рецепта лучше всего вырастить на своем дачном участке собственными руками. Если вы пока не являетесь счастливым обладателем надела земли, рекомендую сделать хороший подарок для всей семьи. Купите участок в Подмосковье за полцены от компании Rio Land. Более детальную информацию можно посмотреть по ссылке в описании под видео. А пока возвращаемся к нашим огурцам. Добавляем в пакет гвоздику, черный перец горошком, сушеный базилик и соль. Завязываем один пакет так, чтобы в нем осталось как можно больше воздуха. Для надежности также завязываем второй пакет. Чем больше воздуха в пакете, тем удобнее перемешивать огурцы. Теперь получившуюся конструкцию хорошо встряхиваем руками, чтобы содержимое пакета как следует перемешалось. После чего отправляем огурцы в холодильник на 4 часа. Через каждые 20 минут достаем их и интенсивно перемешиваем. По истечении времени разрезаем пакеты . Перекладываем наши огурчики на тарелку и подаем к столу. Вот и все. Быстрые малосольные огурцы в пакете готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!